палочка, когда они распетрали, графикой тоже. Ну, а теперь в бок, прямо влево, поворачиваем. Я джойстиками не играю, хотя я всегда хожу в нитро, дрифтую на нитро, только на нитро. Оп, я подвинул его. Оп, я уже впереди. Нитро, 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 нитро. Нитро, нитро, нитро. Я уже впереди. На первом месте. Это мы в будущем. На этом же канале будет выходить по категориям для детей от 3 до 12. Музыкальные. Музыка от 15. Дети от 15-16 категорий. И 18+. Понятное дело, всякие разные хорроры, игры. Или просто фабрика моими глазами фильм. То есть вот так. Так фильмы комментировать я не буду, потому что есть пару фильмов, то я просто хочу посмотреть, только хочу посмотреть, еще не смотрел. И пару фильмов посоветую, которые уже я смотрел. И как продвигалась индустрия на моего смотрения. Мне очень нравится фильм «Пила». Да, очень нравится. И все категории. Там ужасы, там драмы, убийства и тому прочее тоже будет. Плюс обзор игр. Ну, такой как «Нефлипит». Вот. Вот, потом постоянно, когда я включаю «Нефлипит», у меня идет проверка лицензии, то есть я покупал игру за Эквадора, это не Кинси. Также компания Electronic Arts выпускает еще, давным-давно выпускала игры на Сегу. На Сеге я тоже играл. Игра называется сейчас. Этот. Всем известно. Дума. А, блин, сказал. Там. Вот видите. Чуть-чуть лагнуло, ну. Я спрашивал, почему такое, ну. Мне что ответили мне сервисные центры. Сказали, что эта запись очень на высоком уровне. Качество, поэтому иногда бывает такой скачок. Я захват видео не успеваю, потому что если управление идет на быстрой скорости, то видео не успевает фиксироваться. И из-за этого как раз, как видите, я уже на первом месте, из-за этого как раз чуть-чуть тормозит. Вроде не тормозит, и в то же время тормозит. То есть графикой я бы сказал, хотела бы получше. Вот так как у меня не самый такой мощный телефон. Поэтому график, увы, на худшем уровне. Вот такая, на среднем. Сейчас я играю не на своем телефоне, а на... потому что мой сейчас пока Prestige 54-51, или ремонт надо отдать, или что. Батарея, короче, сдохла, потом плюс этот стекло побитое, надо заменить стекло, да. Стекло заменить надо будет. И как бы все. Итак, Фагнахаб мы прошли, все выключаем. Всем спасибо, всем пока, каждый день по новой карте. Всем удачи, подписывайся на мой канал, ставь палец вверх, смотри видео самый первый, будь активный.
ставь лайки, пиши комментарии, пиши, какое видео хочешь смотреть и подписывайся на категории игр. Всем пока, до новых встреч. С вами был канал MD519, студия, всем пока. А, и плюс, я не советую вам, да, я не советую вам ломаную версию Need for Speed. Я заметил, что ломаная версия намного хуже уже проходится, чем сама оригинал. Только оригинал. Только оригинал. Все. Всем пока, удачи.